3000 юных саровчан ежегодно проходят медицинское обследование в Центре здоровья детской поликлиники. Более чем у половины из них специалисты выявляют факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем. При необходимости пациентов направляют на дополнительные исследования, с родителями проводят беседу о формировании здорового образа жизни. Наш Центр здоровья был открыт 10 лет назад. И, конечно, мы нуждались в обновлении оборудования и небольшом ремонте. В этом году при поддержке ФМБА России и госкорпорации «Росатом» нам удалось воплотить задуманное в рамках реализации ПСР-проекта. Помимо этого, мы пересмотрели и организацию работы с пациентами, уменьшили время прохождения обследования за счет переноса кабинета гигиенисто-стоматологического в помещение Центра здоровья и объединение кабинетов инструментального обследования и тестирования на аппаратно-программном комплексе. Также в Центре здоровья бумажные медицинские карты совсем скоро заменят на электронные. Это стало возможным за счет интеграции оборудования с компьютером. Благодаря этому результаты обследования поступают в систему, и врач сразу видит всю необходимую информацию. Еще одно важное изменение коснулось работы стоматологического гигиениста. Раньше кабинет специалиста находился этажом выше Центра здоровья. Его перенос в помещение центра позволил сократить время прохождения медосмотра и избежать контакта с пациентами с симптомами ОРВИ. Кроме того, в кабинете полностью обновили оборудование. Раньше оборудование нередко выходило из строя. Приходилось тратить больше времени на прием или переносить его. Теперь все проходит оперативно и с комфортом для пациента. Дети очень довольны удобным креслом. Мне проще работать, так как я могу отрегулировать его на необходимую высоту. Кроме того, в модуль встроен ультразвуковой аппарат для профигигиены. Я получила очень хорошего помощника для работы. И пациенты, видя, что все вокруг новое, перестают бояться и больше мне доверяют. Обновили оборудование в кабинете тестирования на аппаратно-программном комплексе. Здесь измеряют рост и вес детей, силу мышц, процентное соотношение водной, мышечной и жировой массы. Оценку устойчивости к стрессу проводят на специальном аппарате, который позволяет выявить отклонения в работе центральной нервной системы. Функции сердечно-сосудистой системы анализируем при помощи комплекса экспресс-диагностики. Он регистрирует ЭКГ и эффективно определяет небольшие нарушения. Также мы проводим детям экспресс-исследование крови на содержание глюкозы и холестерина. При помощи компьютерной спирометрии оцениваем функцию внешнего дыхания. Измеряем давление, частоту пульса, насыщенность крови кислородом. Мы вложили много сил в этот проект и очень довольны результатами проведенной работы. Медосмотры действительно стали проходить быстрее, чему рады и дети, и родители, и, конечно же, мы. Заключительный этап обследования – осмотр педиатра. На каждого ребенка, помимо медицинской карты Центра здоровья, специалист заполняет и карту здорового образа жизни, где записаны рекомендации по коррекции питания, занятиям спортом, режиму учебы и отдыха. Такой комплексный подход позволяет сформировать у детей и родителей ответственное отношение к своему здоровью. Обследование детей в Центре здоровья обычно проводят для организованных коллективов детских садов и школ, но можно обратиться и индивидуально. При наличии талонов запись доступна на портале пациента на сайте КБ номер 50.